У каждого случается дебют. Но даже Ленин, лысый и картавый, на броневик, влезая величаво, уверен не был, что не оплюют. И потому плеваться начал первым грядущим поколением, дав пример, как человеком, ударяя в нервы, озвучить гром небесных сфер. Поэт по-ленински взлетел на сцену, взял микрофон и выплеснул себя в зал. Сломал силовотоники систему и первый ряд облобызал. Потом притих и, хлопая ушами, взгляд сумасшедший людям подарил. Проснулся, вздрогнув, лысый парень, и кто-то чипсы уронил. У каждого случается дебют. На сцену, выходя под стук коленей, поэты яд стихов пускают в вены, но далеко не все зал в тряпки рвут. Да, он не Ленин, он другой. Но зритель был завязан в бант. Так встречен был другой средой. Абрамов Саша, дебютант.